Докажите, что найдется многоугольник, который можно разделить отрезком на две конгруентные части так, что этот отрезок разделит одну из сторон многоугольника пополам, а другую в отношении 1 к 2. Из двух частей, из двух конгруентных частей многоугольник, которые странно таким образом состав, одинаковые по форме, по площади, нарисованные в разных местах. Он должен быть выпуклый? Ну, по вкусу, но вообще и выпуклый такой тоже есть. Ну, я придумал тогда. А? Ну, не выпуклый. Не выпуклый придумал, да? Да. Я нарисовала шахматную доску. Теперь осталось стереть ненужные части. Стираем нижний ряд. Стираем. Отрезок такой. А почему он делит на конгруентные части? Ну, просто сдвигаем параллельно. Просто параллельный сдвиг? Да. Ну, вот здесь 2:1, а здесь 1:1. Здорово. Правда решение? Ага. Красиво. Решение. Красиво. Я действительно могу легко нарисовать квадрат. Идея очень потрясающая. Давайте квадрат разобьем в сторону. Вот. И проведем вот так. Понятно, что есть центр квадрата. И вот эта половинка, да? Замечательно. Но если здесь взять такие же точки, то же самое с другой части, и провести вот так, то при повороте на 90 градусов вот эта точка переходит в эту, это в эту, это в эту. И таким образом вот эти четыре части, они переходят при повороте на 90 градусов друг к другу. Согласны? Вообще, когда через центр квадрата под прямым углом проводят две прямые, всегда возникают вот здесь вот одинаковые отрезки и другие тоже одинаковые отрезки. Отлично. А теперь все, что нужно, это убрать половинку картинки. Середина. А здесь один, вот, а здесь, между прочим, даже вообще 90 градусов. Понятно? Серединный перпендикуляр к этому отрезку делит на две конгруентные части половину квадрата.